Всем привет! Мы приехали в лес собирать Иван-чай. Вот такой вот цветочек, как он собирается. Его нужно будет держать внизу и тянуть вниз. Собирать нужно вот эти листочки и цветы для украшения. Вот так вот у нас получается. Остается цвет, а листики мы забираем. А светоножку мы оставляем. Вот так мы его примяли, а теперь мы его утрамбуем хорошенечко. Вы запах не чувствуете, какой здесь ароматный. И мы оставляем это на сутки под прессом. Получилась чашечка небольшая и ведро. Чай готов. Сейчас мы его будем нарезать мелко и ставить в духовку. Отправляем. Такой аромат стоит. О, запотело. Наша задарочка. Расщупываем. Еще сырая. Нужно, чтобы она прожарилась. Сыровато. А должна быть вот такая вот. Вкусненько пахнет, аромат. Наш чай готов. Всем приятного аппетита. У меня получилось 2 ведерка.